Письма с войны. Их со сцены читали дети в Доме культуры поселка Литвиново. В исполнении юных артистов театральной студии «Четвертая стена» прозвучали документы Великой Отечественной войны. Письма, написанные детьми, которые пережили войну на оккупированных врагом территориях. Спектакль основан на документальных воспоминаниях людей, которые детьми пережили Великую Отечественную войну. Для меня было очень важно сделать этот спектакль и как дань тем людям, которые защищали нашу Родину, которые пережили эти трагические моменты, и также как спектакль напоминания о том, что может быть, если позволить, так сказать, вот, ну, еще раз повториться таким же событием. Это такой, знаете, маленький вклад, вот лично мой гражданский вклад и театральной студии нашей, наверное, вот в то патриотическое воспитание, в ту гражданскую позицию, которая, в общем-то, должна быть присуща каждому человеку. На спектакль были приглашены школьники и их родители. Когда на самом деле понимаешь, что все эти истории были вправду реальными, это и правда происходило на нашей земле буквально несколько лет назад, становится очень сложно и очень страшно, то, что вот такие зверствования были в нашем мире. Письма, прозвучавшие со сцены, потрясают до глубины души. Юные артисты сумели вызвать переживания, которые формулируются одной фразой: «Это никогда не должно повториться». Андрей Цеханович, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.